Сегодня власти региона торжественно поздравили призеров 4-го национального чемпионата «Обилимпикс». Соревнования профессионального мастерства проходили в Москве среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Тамбовскую область представила команда из 11 школьников, студентов и предпринимателей. Второго места в компетенции торговли удостоен Артем Мелихов. Он занимается интернет-продажами офисного и школьного оборудования. В компетенции предпринимательства третьим стал студент Тамбовского бизнес-колледжа Сарухан Марабян. А студент Мичуринского аграрного техникума Юрий Поздняков завоевал третье место в компетенции ландшафтный дизайн. Из рук губернатора призеры получили памятные часы. Я сразу сказала, что мы с ним поедем на Москву. Мы должны были победить. Мы победили. У меня был проект по созданию 3D-салона печати, для 3D-печати. То есть суть заключалась в том, чтобы открыть салон 3D-печати для печати там, фигурок, например, там, все что угодно, что захочет клиент. Неожиданность, да, и, конечно, это приятное такое волнение, что действительно наша Тамбовская область и наш техникум отраслевых технологий оказался победителем среди 84 образовательных организаций, которые работают в сфере инклюзивного образования. В рамках национального чемпионата «Обилимпикс» коллектив Тамбовского техникума отраслевых технологий награжден знаком «Лучшая практика 2018». Также учреждению выдали сертификат администрации области в 50 000 рублей.